Чем же хороши вот такие головки? А тем, что они для ржавых гаек, именно гаек. Потому что они сминают гайку внутрь, там ржавчина на резьбе трескается, и ее можно открутить. Все, в этом все преимущества. В остальном лучше вот такие профилированные, они лучше зацепляются. А вот это в большей степени маркетинговый ход. И сейчас я попробовал найти картинку, чтобы профиль был вот такой. Я не нашел, представляете, до чего маркетологи довели покупателей и продавцов. Вот это перед вами колпачки на болты пластиковые. А ну нету, короче. Это жопа какая. Все вот такие, видите, закругленные внутри стали. Называется, изобретают велосипед. Ну, не люди, маркетологи, опять же. Неужели вот такую закругленную форму не могли выдумать 50 лет назад? Могли, конечно, просто не видели смысл. Поэтому еще раз повторяю, для гаек, у которых резьба тут заржавела, да, они помогут больше. Смысла нет, так что скоро вот такой профиль будет цениться как царские червонцы золотые. Если у вас такие есть, протирайте, берегите, никому в долг не давайте. Всем пока.